На этом рынке в Джимите идет бойкая торговля шашлыком. К мясу предлагают вино в тетрапакетах. Нарушений здесь наберется на целый том судебного дела. Разрешения на торговлю нет, помещение не соответствует требованиям, это вообще частный дом. Есть вопросы и к маркировке алкоголя. А это уже закусочная в Анапе. Посетители привлекают чарами Диониса на разлив, стихии моря и другим алкоголем. Оперативники выяснили, лицензия есть только на продажу пива. Почему на прилавке вино сомнительного качества и даже шампанское на разлив, владелец заведения так и не смог объяснить. Подобные рейды полиция края проводит регулярно. За два летних месяца из незаконного оборота уже изъято больше 500 000 литров суррогата. Возможные каналы поставок фальсификата из других регионов перекрывают. То, что у нас поступала продукция с республик Северного Кавказа, не только КПП работает на федеральных трассах и на основных дорогах, но перекрыты и грунтовые дороги, места возможного завоза. И надо сказать, что поток вот этой продукции он существенно снизился. Ужесточить работу по борьбе с контрафактным алкоголем на Кубани еще в июле на Совете Безопасности потребовал от правоохранителей губернатор Александр Ткачев. А сегодня на селекторном совещании с главами районов проверил, как идет работа. Лидерами по количеству фальсификата остаются курортные территории. Так, к Анапе еще в начале лета у Александра Ткачева было много вопросов. Теперь ситуация в городе кардинально изменилась. Местные власти практически очистили курорт от некачественного алкоголя. Последовать примеру Анапы, считает губернатор, должны и другие районы, где нечистые на руку бизнесмены продолжают продавать жителям и туристам суррогат. Мы видим, как ситуация меняется в лучшую сторону и по вопросах распространения незаконного, нелегального виноматериала, особенно в курортных городах. Хочу, пользуясь случаем, поддержать анапское руководство, мэра, начальника ОВД. За последнюю неделю задержали более 15 тонн виноматериала, нелегального, некачественного. Вот это работа. Эту работу надо продолжать системно. Таким образом, я вас уверяю, у нас в наших глазах возродится местное виноделие. Значит, и культура питья, привлечение к нашим курортам. Это изюминка, которую мы настолько затолкали, настолько ее, так сказать, зачернили, что даже многие не знают, что есть настоящее вино. Все пьют похлебку, а бы что. Жду таких решительных мер от Геленджика, от Темрюка и других курортных территориях особенно, в первую очередь. Особое внимание на Кубани к напитку из солнечной ягоды. Наш регион производит ровно половину российского вина, и желающих подделать продукцию достаточно. На территории края в июле-августе закрыли 4 подпольных цеха по розливу алкоголя. Весь суррогат, по словам специалистов, опасен для жизни. Но, как выяснилось, и в легальных точках продаж тоже можно отравиться вином. Условия хранения напитков многие продавцы не соблюдают. Вина некоторые нормируются, температура их хранения до 18, до 20, до 25. У нас жара, да? И не в каждом магазине имеются условия именно для того, чтобы обеспечить ту температуру, которую определил изготовитель при производстве этой продукции. Жесткие меры помогут защитить прежде всего добросовестных производителей местных вин, считает Александр Ткачев. Фальсификат с рынков необходимо вытеснять и дальше. Особенно это касается Черноморского побережья, чтобы туристы могли распробовать вкус настоящего вина, произведенного на Кубани, а не там, где и виноградников даже нет. Евгений Вольский, Антон Калиниченко, 9 канал.